Привет, ребят! Решила вам провести эфир с великолепного Байкала. Остров Ольхон, но еще забрались чуть дальше, чем остров. Мы на закрытом Шаманском острове. Вот. И сюда, когда ехали, мы сделали 3 круга. Добрый вечер, Ирина. Да, сделали 3 круга, представляете, как будто не было дороги. Сделали 3 круга, заехали в пески, нас доставали дважды. В результате оставили машину и уехали на другой машине уже. Спасибо огромное за лайки. Так, ребятки, давайте... Пишите вопросы, я сегодня поотвечаю на вопросы. И сейчас я зайду. Вот я вижу, что связь тут не очень. Ну, посмотрим, не очень. Ну, посмотрим, как оно будет, да? Угу. Да, мне тут поступил такой вопрос. Светлана, вы выглядите моложе 60 лет. Ребят, я счастлива. Так, ребятки, и еще раз давайте я все-таки еще раз скажу, еще раз обозначу, что я никому... Никуда, никого не тащу, никому ничего не хочу доказать, никому не хочу навязать что-то свое. Я просто с вами делюсь тем, что есть у меня, тот путь, который прошла я. И если он кому-то интересен, то это здорово. И я от этого счастлива, что могу кому-то принести какую-то пользу, какое-то добро. Здесь, слушайте, такие огромные чайки, они как гуси. Вот. И еще раз хочу сказать, мне пишут ребята, еще раз сказать, что стартует 15 сентября, по-моему, да? 15 сентября стартует марафон для онкобольных. Туда могут попасть только онкобольные. Ребята с другими заболеваниями, это не для вас. Это не про обиду, это не про то, что там что-то еще. Просто есть разные механизмы восприятия наших клеток. И это как раз именно для тех ребят. Но скоро закончится набор, потому что там очень достаточно быстро набираются люди. А я бы хотела их проработать. Да, это будет абсолютно безоплатный марафон. Вернее, будет оплата. Оплата будет в конце марафона, честный отзыв от вас. Насколько вам был актуален этот марафон. И если он будет действительно актуален, то следующий я сделаю такой же абсолютно безоплатный для других заболеваний. Для какого-нибудь другого заболевания выберу, поставим голосовалку, вот, и там уже посмотрим. Он будет 40 дней. А те ребята, которые спрашивали про выход на сухие дни, на лечебное голодание, что происходит с психикой, что происходит с физикой, как работать с какими состояниями, то 20 августа стартует марафон на 21 день. Вот. Он будет платный, и можно все контакты под видео. Вот. Кому актуально, то тоже можете присоединиться. Добрый вечер. Да, 15 сентября. Здравствуйте. Вопрос. Наступает ли климакс и упадок гормонов на автономии? Возможно, вы обсуждали это с докторами или другими автономами на обследовании. Благодарю за ответ. Ну, я про климакс вам точно не могу ничего сказать, потому что Но я как-то не интересовалась этой информацией, и в моем поле ее не было. Не могу сказать, правда. То, что касаемо упадок гормонов, но, наверное, я бы не сказала, что это упадок или взбодрение гормонов. Я бы, наверное, больше это отнесла к тому, что меняется гормональный фон, меняется восприятие всего через твое физическое тело, через гормоналку. Все становится иным, все становится другим. У вас не будет все то же самое. У вас все равно будет... У вас все будет иное. У вас тело будет иное. У вас восприятие будет иное. Вас будут окружать люди, которые вас будут воспринимать по-другому, слышать будут по-другому. Да, такое будет. Так, дальше. Невозможно не копаться в себе, блоки будут тормозить. И голод, и автономия — это не решение, это мизер. Я никогда не говорила, что решение ваших проблем — это лечебное голодание или автономия. Ребят, не путайте меня, пожалуйста, с кем-то. Я все время говорю, что это всего лишь только побочка вашего образа жизни, побочка вашего восприятия. Но это не первоначальное туда, куда нужно стремиться. Ни в коем случае. А невозможно не копаться в себе, блоки будут тормозить. Ну, как блоки будут тормозить? Вот смотрите. Что такое блоки? Непроработанные блоки, проработанные блоки. Это всего лишь ваше восприятие. Блок — это ваше восприятие, это ваша жизнь, это ваша жизненная позиция, это ваше видение какой-либо ситуации. Это... Отключается потихоньку, да? Плавающая связь. Плавающая все, здесь плавающая связь. Добрый день, это Байкал? Да, это Байкал, это остров Ольхон. Шаманский остров. На острове Ольхон есть еще маленький островочек. Такой. Вот, это ваше восприятие, и вы можете копаться в этом, можете разбирать эти ситуации. Разбирая ситуации, вы на них начинаете смотреть по-другому. А можете просто посмотреть на себя, как есть, как просто есть то, что есть в этом мире, то, что есть существование. То, что нет плохого и хорошего. Как вы можете? Вы же начинаете... У вас же блоки идут только от того, что у вас есть оценочность. Вот это хорошо, вот это плохо. Вот это страшно, это не страшно. Это больно, это не больно. Все время через какую-либо оценку. Это правильно, это неправильно. Но там, где нет оценки, там не может быть блоков. Там не в чем ковыряться. Не в чем ковыряться. Это когда приходит с вами знакомиться человек, к примеру, да, и вы начинаете его воспринимать, оценивать, как он себя держит, во что он одет, про что он говорит, как он говорит. А есть другая позиция. Когда ни с какой позиции, а просто видите. Просто есть. Просто есть то, чем вы отражаетесь. Любой другой — это же вы. И вы наблюдаете, ощущаете, вы есть просто еще в одном, безоценочно. Какой блок может произойти с этим человеком? Он вам может понравиться или нет? Он просто есть. Он может быть хорошим или плохим? Так он просто есть. Он может быть красивым или некрасивым? Он просто есть. Он есть безоценочно. Какой он может вам принести блок в вашу жизнь? Никакого. А что из прошлого может вас блокировать? ничего. Это же всего лишь ваше прошлое, которое просто было. Оно было здесь и сейчас. Вот пока вы в прошлом живете, в прошлых страхах, в прошлых восприятиях, то вы живете в этих блоках. А когда вы находитесь в безоценочном «есть», то ни прошлый опыт, ни построение будущего, оно не имеет значения, потому что этого всего ничего не существует, как и не существует здесь и сейчас. Это все просто есть одномоментно. Мечта там побывать. Говорят, там место силы, Шаманский остров. Да, тут действительно есть места силы. И я сегодня в сторис в Телеграме записала, лабиринты. Мы здесь были на лабиринтах. Это что-то нечто. Был родовой лабиринт и лабиринт проработки себя. И это когда не ты думаешь о чем-то, не ты воспринимаешь что-то, а когда тебя уносит в генетическую цепь самого себя, где ты выжигаешь любовью все то, от чего мучилась твоя каждая клеточка в тебе в прошлом воплощении. И она заполняется светом. И ты наполняешься этой любовью, без пробоин, целиком. И когда ты есть цельный, ты можешь принять дар всего рода. Дар всего рода, которым ты являешься, которым ты наделен. Ты понимаешь, что ты его уже можешь взять, можешь потянуть. Это иное состояние. Это когда ты идешь по лабиринту самого себя и осознаешь свою мощь. Когда ты идешь по лабиринту самого себя и осознаешь то, что ты можешь дать этому миру, то, чем ты являешься в этом миру, этим миром, каким ты являешься миром, то ты можешь и отдать этому миру. И это великолепно. Она не может лечить. Ребят, я никогда не говорила, что я кого-то лечу. Я всегда говорила, говорю и буду говорить, что не существует лечения через себя. Когда говорят, я лечу руками, я лечу ногами, я лечу чем-то еще, неважно чем. Вот я лечу. Ты можешь только улететь. Это же когда у людей есть действительно сильные руки. Сильные руки, после которых рук человек становится исцеленным. Но это не ты его лечишь. Под твоими руками активизируется та энергия, которая есть в человеке. И он лечит себя сам с помощью твоей силы, активируя то, что есть в нем. Вот это да. Да, вот тут тоже пишут. Вот и вынесли свою силу на горный хрусталь. Это про ролик про горный хрусталь. Без него ваше сознание не сможет нырнуть в ДНК. Тупо реклама минералов, масел и же с ними. Увод от себя на настоящее. Ну, возможно, вы это увидели, но я, наверное, все же пыталась донести не то, чтобы вы какой-то перекладывали что-то свое на костыль, какой-либо костыль, а чтобы у вас был помощник. И это здорово, когда есть помощник. Это здорово, когда тебя что-то может вернуть. Это когда ты отлетаешь, вот просто бывает, вот сидишь, вот смотришь на это селище, на этот Байкал, на эти горы, на эту воду. Она же абсолютно прозрачная. Она просто неимоверная. Это такая... Здесь все есть в одном. Все в одном. Горы, вода, солнце. Это дуновение ветра. И это и есть ты. И ты можешь сидеть и смотреть часами, не возвращаясь в это тело. Есть иногда те моменты, которые тебе просто помогают вернуться. Кому что? Кому камни, кому запах, аромат, кому-то какие-то изделия. Это то, что тебя возвращает в это тело, потому что ты здесь, в этой плотности, на этой земле. И ты здесь еще нужен. Каждый из вас здесь очень нужен. И про костыли. Это про мощники самого себя, самого тебя. Это точно так же, как и одежда. Но вы считаете, что одежда — это естественно. Но это же тоже ваш помощник, когда вы себя воспринимаете в этом обществе по-иному. Вы можете выйти без нее, но тогда вы не будете себя чувствовать так, как вы будете чувствовать себя в привычном обществе в одежде. Когда вы кушаете, что это, помощник ваш или разрушитель ваш? Но вы в этом обществе себя чувствуете своим в этом, во всем. И есть моменты, через что вы здесь заходите сюда, как к себе домой. А здесь вы дома или в гостях? Что есть ваше тело? Кого вы транслируете через это тело, если вы не есть это тело? Так получилось, смотрю вас второй раз. Сколько вам лет? 45. Мы сами выбираем свое тело. Конечно, ребят, мы сами выбираем свое тело. Но из-за закрытой памяти, из-за неосознанности, очень часто бывает так, что мы его разрушаем. И при разрушении тела своего нам очень трудно соединиться с собой, потому что тело болит, оно нас приземляет, оно нас оттягивает сюда. Но у вас, вы должны понимать, что у вас всегда, всегда есть возможность выйти на исцеление тела. Какое бы заболевание ни было, вы всегда можете исцелиться, вы всегда можете прийти к себе. Наш возраст только у нас в голове. Возраст ограничения, что вот в этом мне уже поздно, а мне еще рано, у меня все впереди, у меня все позади. Всегда все вовремя, всегда все своевременно. Так. Да, еще, ребят, вот смотрите, выставили ролики. Но когда вы говорите, что много пустого, я же отвечала там на вопросы. И многие люди вообще не слышали о некоторых вещах. Я им просто повторяла. А то, что у вас это переливание или болтовня, здорово, что вы находитесь на том уровне, что для вас это уже не актуально. Но не все там находятся. Кому-то нужно повторить, кому-то нужно рассказать дважды, трижды, да хоть 10 раз, хоть 20 раз. Это же не имеет никакого значения. Вы шаманка? Все мы немного шаманы. Твои мальчишки с тобой на Ольхоне тусят. Только младший. Младший, да, со мной. А старший, старшего своя. Своя работа уже. Какие комменты ужасные. Да нет, ребятки, комментов ужасных тоже не бывает. Если кто-то пишет что-то, что бы он ни написал, это же всего лишь вскрытие его, что он видит, что он слышит через мои речи. И то, что он это так воспринимает, это его восприятие. И это здорово, что у него вообще случилось хоть какое-то восприятие. Восприятие самого себя, восприятие мое, моих речей, меня. Ведь только безразличие нас делает ненужными. А если мы вызываем какие-то эмоции, даже негативные, то это тоже здорово. Подскажите, год в духовном развитии, уперлась в какой-то тупик, неинтересно жить, не хочется ни с кем общаться, пропал смысл даже в еде, все, что не поем, невкусно, что с этим делать? Туда уходи. Ведь это опять же, что такое неинтересно? Что за важность тебя? Что вот я вот такая вот вся важная, мне уже это неинтересно. Как может быть неинтересно собой делиться? Как может быть неинтересно себя раздавать? Как может быть неинтересно видеть, как раскрываются вокруг тебя люди? Как они видят свою мощь? Опыляясь через тебя, через каждого, мы же становимся еще сильнее, еще мудрее, еще масштабнее. Ведь все ребята, которые окружают меня, это просто неимоверное силище. Я в это силище вращаюсь. И это круто. Начните делиться с собой. Неважно через что. Через речи, через танцы, через пение, через вязание, через вышивание. Да даже работая на станке, вытачивая какую-то деталь. Это же прекрасно. Это прекрасно, что ты делаешь свой вклад. Свой вклад во что-либо. Это и есть жизнь. Это и есть жизнь, да, здесь, сейчас. Физкультура и спортивные нагрузки. Убирает депрессняк. У спортсменов нет депрессии. Гормон счастья вырабатывается. Вот вам. Музыка еще лечит. Музыка лечит. Музыка лечит, когда вы участвуете хоть в чем, когда вы просто слушаете. А что такое не музыка? Вам слышно волны? Это же одна из самых великолепных музык, которые есть в этом мире. А ветер, как шуршат иголочки. как кричат ребятня, как летают чайки, комары, мошки. Это же самая великолепная музыка, которая есть. Это музыка жизни. Ведь вся жизнь уже в вас. О чем вы заскучали? Что вы не оценили? Себя не оценили? Ваше величие? Ваше великолепие? Ведь нет такого второго человека, как вы. Почему вы себя жадничаете? Никто не сможет сделать то, что делаете вы. Никто не сможет сделать. Сказать так, как скажете вы. Обнять так, как сможете обнять вы. Что-то вам сделать приятно. Ведь кому-то захочется просто вам сделать приятно, не кому-то, а вам. И вы через это тоже кого-то осчастливите. Это так великолепно. Как здорово. Я только сегодня с тобой познакомилась через ролик. Мне есть 3,5 года. Так приятно тебя слушать. Здорово. Ты умеешь так по-доброму смотреть на мир. Благодарю. Недели говорят, если молчать, то можно понять мироздание. Мироздание вы и так можете понять. Вы можете молчать через голос. Ребят, можно я вам покажу вот этот закат? Это просто невероятно. Не знаю. Видно это? Смотрите, какая прелесть. Просто невероятные виды, да? Сейчас попробую обратно поставить. Да, у нас сейчас будет одна из церемоний, одна из практик. Я сейчас закончу с вами и пойду шаманить. Так, что-то у меня не совсем получается поставить. Давайте попробуем сюда. Получится ли Света, как водичка байкальская воспринимается во время кампании на автономии? Ой, ребят, водичка очень замечательная. Давайте я, наверное, буду вас держать. Потому что у меня что-то не ставится. Я на таком обрыве, вам просто не видно. Я здесь у дерева села, потому что здесь вот обрыв. Все. Вода вообще великолепная. И знаете, мы же месяц назад были на Алтае. И вот мы были в том году на Алтае, и мы приехали на Алтай, и нам девчонки сказали, у которых мы поселились, они говорят, в это время у нас, говорит, вообще обычно холодно. Вот. И очень странно, что когда вы были, здесь не было ни разу дождей. И в этот раз тоже приехали, и на Алтай, и моя подруга, дожди. И моя подруга говорит, ой, нам не надо дожди. Я говорю, да как это, дожди, так прекрасно. Она говорит, не-не-не, нам нужно то посмотреть, туда съездить, то посмотреть. Я говорю, ну хорошо. И представляете, на Алтае не было, пока мы были на разных экскурсиях, не было ни одного дождя. И сюда приехали на Байкал, тоже ребята сказали, что очень давно уже не было такой погоды. здесь просто невероятная погода, а вода, она как парное молоко. Но, вы же знаете, я живу на море, я его обожаю. Но здесь такая вода, заходишь, видите, какая чайка огромная, видите? А, просто... Вот. И она мало того, что она теплая, она, знаете, еще какая, заходишь в воду, и такое ощущение, что ты погружаешься в какой-то мех. Она тебя просто настолько обволакивает. Вот такой мягкостью, она такая мягкая. И ты идешь, идешь, а там все песок, песок. И песок блестит. Вода абсолютно прозрачная. Ты идешь 10, 20, 50 метров. И видно дно. Видно свои ноги. И это просто такое состояние, такое ощущение, что ты не плывешь, что ты идешь по воде. И вот эта вот мягкость, ты как будто становишься, ты становишься этой водой. Ты не по воде идешь, а ты и есть эта вода. Ты и есть этот песок, который искрится под твоими ногами, под твоими ступнями. Ты и есть эта золотистая рябь. И это такое восхитительное чувство. Да, водичка, конечно, классная. У меня есть в руках профессия, но она тоже не приносит радости. Хотя клиенты благодарят за мое творчество, и это не приносит радости. Не хочу этим заниматься больше, а куда идти, не знаю. Пути нет. Пути нет. Ты сейчас идешь. Ведь думая, что ты находишься в каком-то провале, в какой-то бездне, в какой-то безысходности, очень часто ты не осознаешь, что это твой путь. Это твой путь проживания себя и в таком состоянии. И это великолепно, что оно у тебя есть. Это великолепно, что ты можешь его прожить. А кто-то уже не может это прожить. Для кого-то нет этой глади, которая есть у тебя. Прочувствуй. Прочувствуй, что ты делаешь в этом состоянии. Прочувствуй, что ты можешь дать в этом состоянии. Себе в первую очередь. Ты же сама являешься состоянием. А то, что не приносит тебе удовольствия, а почему ты думаешь, что должно приносить тебе удовольствие? Ты же отражаешься через других. Приноси другим удовольствие. Это же прекрасней. Это намного прекрасней, когда ты растворяешься в другом. И это ни с чем не передаваемое чувство. Когда ты и есть это великолепие. Великолепие в проявлении другого. Когда он радуется твоим поделкам, твоему творчеству, твоей работе. Когда ты приносишь кому-то удовольствие. Что может быть прекраснее? Это же истинность, ради чего мы живем. Комары и мошки там есть, Наверное, есть. Что-то я особо не замечала. Грибы и ягоды? Не знаю, ребят. А, ну да, мы сюда шли, были грибы. На ягоды как-то не обращала внимания. Наверное, тоже есть, куда же они делись. Наталья. Правильно, дари любовь, и ты ее получишь. Да, ребятки, у нас здесь уже 9 час, и у нас сейчас уже будет начинаться, уже разожгли ребята костер, большой-большой костер, и будет что-то очень прекрасное. Я не знаю, попробую, конечно, снять это, но не обещаю, что с телефоном пойду, я его забываю. Давайте покажу вам еще немножко. Они, посмотрите, какие они огромные. Они как пол моего сына. Просто огромные. Вообще. Давайте я вам еще закатик покажу. Так, как бы настроить-то, чтобы было видно. Видно? Нет? О, смотрите, какое. Вы видите? Вот она, дорожка. Неимоверная красота. Как может быть все равно при такой красоте? Весь мир ваш, ребят. Ездите, собирайтесь по миру. Собирайте себя по пазлам. В этом месте собрали свой пазл. Вы есть везде. Еще кусочек всего. Давайте я вам еще вот так покажу. Это просто чудо. Мы с вами встречаем закат. Это самое прекрасное, что может быть. Лепота, да. Приезжайте, ребят, в Сочи на ретрит. Там тоже невероятный закат, невероятная вода. Это же жизнь. Это же кусочек вас самих. Это вы и есть. Каждая капелька, каждое дуновение ветерочка, каждый лучик, который растворяется в облаке красным золотом. Это вы. Это все вы. Вы — это мощь этого мира. Без вас, без всех нас, кто бы мог лицезреть через себя это все? Мир смотрит через вас. Вы и есть этот мир. Мир транслируется через ваше тело. Мир транслируется через вашу личность. Вы и есть самое прекрасное в этом мире. Дарите себя. Вы очень нужны, каждый из вас. Посмотрите внутрь себя. Какая вы красотища. Какое вы богатство. Я вас благодарю, ребят, каждого. Каждого, что я через каждого проявляюсь. Я благодарю каждого, кто есть в этом мире. Я вас всех крепко-крепко обнимаю. И увидимся на следующем ретрите. Не просто так сказала. На следующем эфире. Спасибо, ребят.